Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. Недавно народная артистка Кабардино-Балкарской республики Ольга Сокурова отметила свой юбилей. Мы от всей души поздравляем Ольгу с юбилеем, желаем дальнейших успехов и крепкого-крепкого здоровья. А сейчас давайте с нашей съемочной группой побываем в ресторане «Нальмес», где чествовали Ольгу Сокурову. Яркий талант Ольги Сокуровой в полной мере проявляется в ее творчестве. Она способна создавать прекрасные песенные композиции, которыми восхищается не только весь Северный Кавказ, но и далеко за ее пределами. Ольга Сокурова объездила без малого все зарубежные страны. И где бы ни представляла свое творчество, ей рукоплескали. Ее потрясающе красивый голос способен разбудить самые сокровенные чувства и дать возможность понять, сколько сил, вдохновения и труда вложено в каждое слово, в каждую ноту, чтобы завоевать бесконечную любовь своих поклонников. И ко мне всю правду подскажи, что в Народная артистка Кабардино-Балкарской республики Ольга Сокурова среди своих коллег, родственников, знакомых, почитателей ее таланта в ресторане «Нальмес» отметила свой день рождения. Море цветов, море поздравлений! Я приветствую всех гостей сегодняшнего торжества. Добро пожаловать, говорю всем и каждому из вас. Сегодня на это торжество приехали и родные, близкие, и сотрудники, и коллеги, и самые близкие друзья нашей именинницы. Про такие даты бытует такое поверье и мнение, что если именинник достигает определенного вот такого возраста, говорят, что он круглый отличник. Действительно, наша сегодняшняя именинница круглая отличница во всем. Она замечательная просто дочка, прекрасная она, внимательная сестра, она великолепная, беспокойная мама, еще больше она внимательная
бабушка, но бабушка такая прекрасная и молодая. Она замечательная коллега, она профессионал в своем деле. Она любимица всех зрителей и всенародно признанная народная артистка 5 республик Северного Кавказа, наша Ольга Сакурова. Пришел пожелать самые добрые, самые красивые слова именинницы. Но первым в такой торжественной обстановке предоставляется слово президенту Международной черкесской ассоциации Калти Хазгитовичу Сахокову. Олит югал и пшашат и пхажу и пхачхун дава. Датхана зимде арван фигвис, дигвис, афр. Так ухат магашу, так ушат мэтху, так абд югал псаза ваба, псаза даха дигвис жедну пошачну. Абд хатча сасхвет. Оли езер и заспаджал сапкун тводажа. Сапкам набзудияж. Сапка дегабжифа. Оли диадига сапкун сапкун. Дегош сапкар баспар. Урисим тагрига цифу. Абна мишча дунексом диадига хамажупаш псуам. Шпакодим оли мартахар. Диадига сапка шигабжифу. Орад кодча дипшак шиата. Но вы же похоже, оля и разом насыпав ужили хасчихов так и гуау. Я право хасихаджа цапкум тара сапкафух. А вот татьмуха даха, а вот шиппа, а вот ажаха даха, шарага даха, а вот мак даха зия. Дунем, а дига сапкум, псом ихзад, аз пхобсам джа, мазарда там джа. Пхам ва фобсаву, ми сапкум ти уфау, пхобсин ша, пхобсова. Квадра уйгусу дунем, шуйга сапа, фашига бауа. Шумажу нова, зигварка зипса, ва фаафу, азачахам, ябсап, шугуваджу. Квадра уйгу мимуху, абхамич, ахраднафу, игун тамиш. И что сегодня Оля Узахбаджишми за Сабжанджа, Сасни Сабхаджири, заслуженный царь Шабашам Зуан, Абади Баскарм, Зухасава, а Дамага Сабар Сабстагаси, с Ямжа Мистхамшта. И я бы сказал, что Софтри, то один бжу кабута, Бадих Духа, Оля Зарахибзику, Зарахибзику Хана. Наша бзия, и я бы иди за скотча свет, а Оля за шазом, за жичером. Вот бы михаю жичер, десят на хальтаху хатер, за газа воходеча, за псаса тахача, езбы я обхамбогдызи рахимча, за паку зричимча, и нам зазрят он же десятком дихаз. Сапапот динамис дихабза. Эгаса ори насыпышко алхамбит. И гисту мбэ на вашу папу и джаву, на вашу республика мау дебош. Агуауша самжа мисимде ависима сует. Асланитами, Ахмади, Аллахам узынча висша дебош агуахам. А бардем так шашка да аштажу, где ваш республика, оле на разер, оле де на хаба, на хаба ж до зава, на хафу до зава жау, а вот этих республиками, а дигиму пами, а еще шерджесы му пами. Шамагарай зубажи, где адигам, этих уж,
Иорданим жара олидырах буду зав. Та дегеш нахсапа шари. Туркун гуайжа хау олидырах уставаха. Иджи абыгасын сифера. Туни псом адигутет мот бадачу. Боба ди президиум на Афакишта. Туни псо дегахасам, ди дамага нахшады ду, шаар. Да цхупсам, машадын дэш, дежа воздрахши, царгот гафашар. А вот, Ноба Оля Фузваджамджа, Ноба Гажа, Дядя Дегасапкум, Патфиля Жамджа, Дядагит за Шибухом и Саудаку, Ди Гримсо Дегахасам, Ди Шахат Хисимра, Аби Дамаганах Сападит Дамра, Ноба Фуарафажаши, Фуит Сагавш, Али Апажджа. Кастхану есть. Когда мы уже оседали здесь,
Кабардино-Балкарии, естественно, сотрудничество и соперничество переходило на районы. И мы делились. Зольский район выделяется тем-то, тем-то. Терский район славится вот такими достоинствами. А мы, Урванский район, нас объединяло всегда с Олечкой Сакуровой, Асиат вместе с нами. Мы всегда сплачивались и уже становились против остальных. То есть вот такое дружеское соперничество у нас всегда происходило. Сегодня здесь на вечере присутствует замглавы администрации Урванского района Римма Хасановна Шагенова. Я ее приглашаю к микрофону и вместе с ней хочу пригласить давнего и верного друга, вице-президента Мирового артийского комитета Ауэса Битуканова. Сегодня уже изначально сказано очень много красивых и добрых слов. Наверное, если говорить о красоте души и человеческих взаимоотношениях нашей милой Олечки, наверное, не хватит нам и до утра говорить на эту тему. Мне очень приятно, что именно с Урванского района у нас очень много выходцев, но сравнить ее, наверное, сложно будет со многими остальными имеющимися у нас в целом и по республике, и по району. Оленька, милая наша, не хочу никого обидеть, но хочу сказать, что первые шаги были сделаны Олей Сакуровой у нас в районе. Вы скажете, почему? Потому что Аушгер, Жемтала в свое время входили в Урванский район. А единение, оно продолжается и по сегодняшний день. Я от души поздравляю вас сегодня с этим прекрасным, замечательным днем. Это только середина жизни каждого человека, и очень хочется, чтобы вторая половина в таком же красивом виде, в таком хорошем настроении, не теряя ни одного из близких друзей, вы и родственников, вы дошли до возраста, когда вы можете сказать: «Да, я прожила красивую жизнь, и столько всего прекрасного было на жизненном пути». От души поздравляю от имени всего Урванского района, от себя лично. И хочу сказать, что вы всегда желаны в районе, и всегда будем вам рады. Спасибо большое. Мой урванский родной, милый и сердцу дорогой, с малолетства. И так будет до последних моих дней. Низкий вам поклон. Спасибо вам большое. Добрый вечер, дорогие друзья. Оля Сакурова – это явление вообще не только на нашей эстраде, наверное, и Кавказа, России и мира, потому что мы с ней проехали свыше 20 стран мира, начиная Ирак, Ливия, Сирия, Иордания, Ливан, Германия, Польша, Болгария, Румыния, Италия. И я могу не все страны назвать, но где бы мы ни появлялись, Ольга Сакурова, Ирина Даурова, это были гвоздем всей программы. Туда приезжали очень много стран. И самое ценное было более, что в дороге ее заменить никем невозможно. Бывают и сложности, и трудности, но она всегда в хорошем настроении, всегда излучает, как шампанское, учится она все время. И все время они приезжают с Ирой Дауровой, пели на языке той страны, куда мы приезжали. В Греции я никогда не забуду. 2000-ю аудиторию они стоя на греческом, мушетенчас дуне. На ходу. На греческом, на кабардинском, на русском. И тысячный зал, 5000-ый зал стоя аплодировал. Во Франции, где бы они появлялись, они пели на языке той страны, куда приезжали. Поэтому, Олечка,
одно удовольствие с тобой общаться, работать, ездить. Я думаю, что у нас еще много впереди, много стран, где ты еще не побывала, они тебя ждут и надеются. У нас есть приглашение вот и в Австралию, и в Америку. Я думаю, что мы эти мечты еще осуществим. Хотя ты была в Америке, я хочу поздравить тебя с этим замечательным юбилеем, праздником великолепным. И наша дружба уже свыше 35 уже лет, мне кажется, уже сколько уже, это очень много. И ни разу не было такого момента, в чем мог разочароваться в тебе, в твоих поведениях, ты надежный друг, прекрасный человечек. Живи еще сколько же, сколько это сегодня тебе исполняется. Обожаем тебя. Как здоровье, как благополучие в доме,
чтобы рядом всегда с тобой были близкие. Вот это, наверное, что в первую очередь любому человеку нужно. Тоже, что касается тебя, я бы сегодня говорили, сложно, да, когда вот день рождения, ты каждый раз что-то должен сказать, вроде не повториться. И, знаете, это сложно, когда человек очень сам по себе узкий. Вот когда человек многоплановый, да, ты каждый тост — это новая страница, это новый облик этого человека, новая грань. Ты в нашей эстраде заняла достойное, почетное свое место. Самое главное, что мне действительно тебе импонирует, импонировало всегда, ты не подражаешь, ты не стараешься быть, всем просто нравиться, ты идешь своим путем. В творчестве это очень сложно. Найти свой путь, идти по этому пути и оставить за собой свой авторский след. Я хочу пожелать тебе вот эту любовь и, в первую очередь, наверное, народу, простых людей, не чиновников нас, которые сидят в кабинетах, а тех людей, которые слушают тебя, которые любят тебя, любят твое творчество, вот чтобы эта любовь, она была безгранична. Чтобы творчество твое, и сегодня я говорил, сейчас еще раз повторюсь, творческие люди, как хороший коньяк, с возрастом они становятся только лучше. Вот ты отдала свою жизнь и посвятила творчеству. Вот пусть это будет твой путь в творчестве бесконечный. Удовольствие. Thank you.
сегодняшнем вечере я пришел с удовольствием, потому что когда-то мы начали с Олей работать, еще давно, когда она еще не была известной, как сейчас, мы, Маримуков, Оля Сакурова, Валя Сосмакова, на пастбищах мы выступали. Это наше первое выступление было. Это где-то еще давно, лет 30 лет тому назад, мы с Олей начали работать. Она тогда еще молодая, и сейчас она молодая и цветущая, но тогда еще моложе была. Я с удовольствием сегодня пришел ее поздравить. Я хочу пожелать ей самое главное здоровья и успехов. Мы делегация из Карачаева-Черкесии с большим, огромным удовольствием в очередной раз приехали поздравить нашу любимую, замечательную, народную артистку Карачаева-Черкесии. И не только нашей республики, она народная, но в предыдущий юбилей я лично приезжал на сцене в музыкальном театре в городе в Нальчике, вручали ей народную звание народного артиста. И мы в очередной раз приехали поздравить ее с этим юбилеем, пожелать ей крепкого здоровья, удачи во всем, чтобы как ее зритель любит, как ее ждут по телевизору и тем более вживую увидеть. Мы с огромным удовольствием поздравляем ее, желаем исполнения всех загаданных ею. Все, о чем она мечтает, чтобы все это исполнилось. Мне бы хотелось поздравить с днем рождения нашу очаровательную именинницу Ольгу, а всей души пожелать здоровья, удачи, счастья, всего самого наилучшего. И, конечно же, следующий музыкальный подарок прозвучит от нашей маленькой делегации Северной Осетии с самым наилучшим вниманием специально. Yeah.
яркой, светлой, энергичной. И всегда она позитивная, несет добро и свет людям. И в ответ, естественно, она получает вот такие позитивные, не знаю, ответы. И от зрителей, и от своих коллег, и от своих родных и близких. Очень давно Оля и Ирина Даурова дружат. Дружат они и в жизни, дружат они и на сцене. Они и коллегами являются в музыкальном театре. И сегодня она пришла поздравить свою коллегу, свою подругу Оленька. Я не хочу сказать, что у тебя юбилей. Нет. Просто с днем рождения тебя, потому что мы с тобой справим еще очень много таких дней. Мы справляли и еще справим. Счастья тебе, благополучия тебе и больше и больше успехов в творчестве. Не знаю, куда больше, но все, что есть великое, я тебе от души желаю. А песню, которую я спою, очень многие хотят, чтобы я воспела. Поэтому я с удовольствием дарю эту песню. Одолжила. Я взяла
гостей определяют статус, уровень и ступень вот таких мероприятий. Где бы она ни была, естественно, сразу же автоматически завышается планка. Не часто она появляется, но настолько четко, настолько и в точку. Это наша всеми любимая, уважаемая, всенародно признанная народная артистка Российской Федерации Наталья Касбулатовна Касташева. Олечка, я помню, как мы с тобой на одной сцене пели, танцевали, и была я тогда молодая, а ты до сих пор молодая. Я желаю тебе, чтобы ты была молодая до 100 лет. И уверена, что это так и будет. Я рада, что ты российского всех республик наградили орденом. Я думаю, что еще много-много орденов заслуживаешь и заслужишь. Поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, любви, молодости. Я тебя люблю. Это абсолютно, Наталья Григорьевна. Насколько мы, вы любимица мира всего, за возраста обладали, за собой больше. Я хотела бы предоставить микрофон от имени профсоюзов нашей республики, председателю ИСКОМа, работников культуры и искусства нашей республики, заслуженной артистке Российской Федерации Марьяне Дамовой. Дорогие друзья, сегодня у нас потрясающий вечер, потому что родилась девочка, которая прославила не только наши народы Кабардино-Балкарии, но и наш язык на весь мир. И Ольга у нас невероятно доброй души человек, чувственная, с потрясающим чувством юмора и тончайшим чувством юмора. И, конечно же, она воспитана потрясающе. Она и хабза, и бзыбха все знает и все соблюдает. Преданный друг. Помимо всего этого, она обладает потрясающим многогранным талантом не только петь. Она потрясающе рисует. И я абсолютно убеждена в том, что она свои впечатления и о сегодняшнем вечере, о своей творческой жизни изложит в своей книге, о которой будем ждать, потому что Оля невероятно талантлива. Я уверена, что она и владеет языком так, что сможет нас порадовать своей книгой именно в авторском исполнении. Я не знаю, как хочу пожелать счастья, здоровья всей семье Сабуровых, папе, маме, родственникам, близким, которые подарили Кабардино-Балкарии такую горянку, такую замечательную дочь. Мы гордимся тобой, Оленька. Мы хотим, чтобы ты еще долгие-долгие годы прославляла нашу кабардино-балкарскую землю, нашу культуру. Чтобы ты стала народной артисткой Российской Федерации, от всей души говорю. Я буду делать все возможное, чтобы это звали. Это нужно нам. Это нужно нам, чтобы знали, что у нас вот такая потрясающий самородок, человек-талант. Счастья, мира, добра, процветания. И самые наилучшие пожелания передала тебе председатель Центрального комитета Российского профсоюза работников культуры Светлана Николаевна Цыганова, которая подготовила поздравительный адрес и выслала. Я думаю, мы вручим его в торжественной обстановке на очередной церемонии награждения профсоюзных активистов Кабардино-Балкарии. Мира, добра! Еще умеет дружить, независимо от национальности и возраста. Она запросто находит общий язык и с молодежью, и со своими сверстниками, и со старшими. Давным-давно дружат они уже
с Алимом Тибиевым вот на сцене. Они как подружились, так они идут по творческой линии по этому пути. Сегодня он пришел поздравить и поддержать с таким замечательным днем Олю Сокурову. Алиму я хочу предоставить микрофон и слово ему. Спасибо, Мариночка. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, родственники нашей прекрасной Оли. Олечка, ну, сколько уже лет, я даже не вспомню, очень много лет мы с тобой не только дружим, но ты нам старшая сестра, всегда отзывчивая, прекрасно к нам относишься всегда, всегда, где надо поругать и поругать, где надо похвалить и похвалить, где надо подсказать, это обязательно. На сцене. Спасибо тебе большое. Мы тебе все желаем искренне счастья, здоровья, долгих лет жизни, творческих. И пусть наша дружба неиссякаема многие-многие годы вперед еще будут. Подтруниваясь и шутя друг на друга, мы всегда спорим, на каком языке лучше исполняет песню Оля. На кабардинском или балкарском. У нее настолько это все получается здорово и хорошо. На арабском. Браво. Это уже в стиле Оли. Алим Тибиев, заслуженный артист кабардино-балкарской республики. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность. Ну, а я по пользуясь случаем, естественно, на балканском языке для Олечки самую красивую, самую игровую и самую для девушки прекрасной песню исполню. Пожалуйста. От всей души, от всего сердца хочу поздравить нашу знаменитость по имени Ольга Сокурова. Для меня это человечек очень-очень тонкой натуры. И, вы знаете, она мне, может быть,
очень близка и по духу, и по творчеству где-то. Мы одинаково, может быть, где-то с ней думаем. И хочу сказать, наверное, самое главное, что у меня очень давно нет мамы, и, наверное, Оля для меня иногда мама, иногда сестра, иногда подруга. Я от всей души хочу поздравить, Олечка, тебя с этим прекрасным юбилеем, пожелать тебе долгих-долгих лет, чтобы ты творила, и чтобы ты была востребована, и чтобы ты никуда никогда не исчезала. Ты необыкновенное создание. Не каждому даны и ум, и красота, и обаяние. Я от души желаю тебе только счастья, в котором океан любви и море страсти. Русские, задушевные, раздольные, казацкие, застольные песни. Все одинаково, хорошо, здорово получается у Оли. Это говорит о мастерстве, это говорит о профессионализме. Профессионал своего дела, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, подруга и в жизни, и коллега по сцене Ирина Ракитина, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, поздравляет нашу любимицу. Добрый вечер всем! Ну что ж, без этой песни никуда, Олечка, я вас люблю! Звезды на глаз росли, ты сорвался с календаря, но не стоит грустить зря, ты не зря.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Увидимся в следующей программе о главном и не только. Будьте счастливы!